81 год. Сочи. Мосфильм снимает на курорте художественный фильм «Шляпа». В главной роли Олег Янковский. На кадрах фестивальный, где и проходили основные действия. Янковский играл известного трубача и по сценарию давал концерт в сочинском концертном зале. Вообще Янковского с Сочи связывало многое. Целых 11 лет он был бессменным президентом «Кинотавра» с 1993 по 2004 год. К слову, тогда кинофестиваль был международным, и Олег Янковский привлекал в Сочи сотни иностранцев. Еще тогда, в 90-е, он предрекал курорту всемирную популярность, о чем сказал в интервью нашей коллеге, журналисту Тамаре Карташовой. Загружается в Париже чартер, и летят еще 160. Журналистов, и это все информация о городе. Я бы хотел, чтобы Сочи вошел, сказать, в историю как город, где замечательный форум, кинофорум, кинопраздник. И я думаю, с годами будет приезжать специально сюда народ и страны, и за рубежа. Любил Олег Янковский и отдыхать в Сочи. Сочи. Добавил здоровье. Когда я отдыхал здесь, это бывает редко очень. Город очень люблю. Красив, статен, высок, выразителен. Он имел почти гипнотический контроль над залом. Так считали режиссеры. Он много снимался в кино, но считал своим главным театром московский Ленком, где проработал 35 лет, вплоть до своей кончины. В честь юбилея народного артиста СССР у зрителей в эти дни появится лишний повод пересмотреть любимые картины с участием Олега Янковского. «Обыкновенное чудо», тот самый Мюнхгаузен, а возможно, кто-то посмотрит «Шляпу», снятую в городе Сочи. Инга Габешия, Людмила Ищенко, телекомпания «ФКТ».